Ваши аплодисменты ему и мне. Это был участник под номером 2 «Стендмейд Дефиле».
забрал своего друга с собой. Это был участник под номером 9, Касахара, город Москва. Thank you.
теперь ваши бурные аплодисменты всем участникам хендмейд-дефиле, пожалуйста. Я хочу пригласить на сцену моих соорганизаторов, с которыми вместе мы с первого года делаем этот фестиваль. Мы действительно стараемся для вас. Мы начинаем делать фестиваль уже с первого дня после фестиваля, поэтому мы никогда не забываем про нас, никогда не забываем про фестиваль. Может быть, пару слов? Больше популярности, и как бы мы рады, если вам нравится. Спасибо. Я не успела подготовить речь, конечно же, благодаря игровому ёжике. Ну, в общем, я хочу сказать, добавить словам Свит, что стиль развивается достаточно интересным образом, он меняется там каждый год, и наш фестиваль пытается этому следовать, и мне бы хотелось, чтобы в ближайшие годы он тоже всех как-то удивлял и радовал хорошими вещами, интересными какими-то представлениями, которые мы стараемся здесь показать, разными видео и так далее. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы все участвовали активно в конкурсах, и чтобы подавались в разные номинации, чтобы нам можно было вводить какие-то, может быть, новые, интересные бонусы и так далее. Больше. Спасибо, что приходите. И это были Хиде и Светлоли. Меня все еще до сих пор зовут Ёжики. И спасибо вам. И вас тоже с юбилеем, вас тоже с днем рождения. Давайте загадаем желание, а вы загадываете желание вместе с нами. Иди сюда. Давайте задуем свечку и загадаем желание. А вы посчитайте, пожалуйста, для нас. Можете спеть для нас? Хотите? Можете спеть? Давайте. Давайте. Раз, два, три. Днем рождения, Земля! Спасибо вам большое! Спасибо вам огромное! Этот фестиваль в первую очередь для вас. Мы стараемся для вас и будем очень ждать вас. Спасибо нашим мэйдам, спасибо моим дорогим Хиде и Свит. Мы их еще увидим. А мы с вами продолжаем нашу интереснейшую программу. Без скромности скажу я.